Кира. Малыши, я вам приготовила кашку. Давайте скорее кушайте, пока она не остыла. А мне с тетей не хочется кушать кашку. Мне тетя с тетей не хочется кушать кашку. Фу, газ мне в глаз. Это что еще за новости? Я вам здесь полчаса стояла у плиты, кашу готовила. Как своему брату еще ни разу не готовила. А вы заявляете, что не хотите кушать кашку. А ну-ка быстро кушайте. Фу, Би, я не хочу кашу, она невкусная. Фу, фу, не буду. Лили, это что еще за новости? Нужно всем деткам кушать кашку. Пепе, но она и правда невкусная. Я не хочу кусать эту кашу. Фу, не нее. Ах, так вы, значит? Маленькие засранцы, а ну-ка быстро кушать кашу. А то не вырастите, так и останетесь маленькими и глупыми малышами, лол. Нет, Би, Кася, не будем. Ну где же она, Би? Очень даже вкусная кашка. Я ее сама сейчас тогда скушаю. Ну как же все-таки вкусно. Пепе, съесть мою кашу. С удовольствием, Лили. Ну вот и все, ребята. Я все скушала. Какая же ты все-таки молодец, Пепе. Теперь Пепе вырастет гигантом. Лили, ну с чего ты это взяла? Почему я должна вырасти гигантом? Ну потому что ты много ест. А тетя много ест, она увидит гигантом. Малыши, это глупости. Я не буду гигантом. Я буду маленькой свинкой. Ты будешь маленькой, но толстенькой свинкой. Мама говорила, тот, кто много кусит, становится толстым. Малыши, много вы понимаете. Давайте сласти со стульчиков и идите в гостиную. Я вам сейчас фруктиков принесу. Свинка Пепа, хотим фруктов, фруктов. Малыши, ну чего вы так раскричались? Я же еще посуду успела помыть на кухне. Вот ваши фрукты, кушайте. Ой, свинка Пепе, а я уже не хочу фруктов. Я тоже не хочу фрукты. Ах, так вы, значит, маленькие козявки. Ну, я вам сейчас задам. Я пойду Роме позвоню. Алло, Рома, я уже так не могу. Эти козявки меня совсем замучили. Они издеваются надо мной. Они хотят кашу, я им варю кашу, они не едят. Они хотят фруктов, я им даю фруктов, они не едят. Они просто смеются надо мной. Хорошо, Рома, давай скорей. Ну все, маленькие папуасы, вы сейчас получите от Ромы. Ну-ну-ну, Лили, Сёма, вот только реветь не нужно. Хе-хей, малыши Лол, вы чего это здесь обижаете свинку Пепу? Давайте собирайтесь, пойдем все вместе в Лол-парк. Свинка Пепа, и ты тоже с нами. Конечно, собирайтесь все вместе, пойдем. Там ребята Лол нас уже ждут. Ну не знаю, ребят, я бы хотела отдохнуть дома. Я никуда не пойду без свинки Пепи. Я останусь со свинкой Пепой. Я тоже хочу, чтобы Пепа пошла с нами. Ой, нет, ребята, давайте лучше все вместе пойдем в Лол-парк, чем я хоть еще на минутку останусь с вами. Вы же меня совсем доведете. Ура, свинка Пепа идет с нами. Молодцы, малыши, вы умеете уговаривать. Ага, или шантажировать. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.